Сорока двухлетняя Анфиса Чехова приняла участие в провокационной фотосессии. Телеведущая примерила сексуальный комплект нижнего белья. Ведущая шоу «Модель XL» назвала главную ошибку замужних дам и девушек, которые живут с возлюбленными. Анфиса заявила, что многие со временем перестают наряжаться для своих мужчин и ходят дома в застиранных футболках, трениках и удобных халатах. Звезда заявила, что мужчины – визуалы, им необходимо видеть перед глазами вдохновляющую картинку. По словам Анфисы, когда мужчина влюблен, его будет заводить и растянутая пижама. Но влюбленность со временем сменяется привязанностью, и тут уже придется постараться. Привычный образ любимой в растянутых пижамных штанишках и с гулькой на голове уже не вызывает никаких эротических фантазий. Поэтому мое предложение на это время самоизоляции. Назло вирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье. С прической, благоухая вкусным парфюмом, призвала Чехова. Сама телеведущая уже прикупила себе новый комплект красивого нижнего белья, после чего устроила эротическую фотосессию. Анфиса эффектно смотрелась с алой помадой и романтичными локонами. Один из поклонников поинтересовался у звезды, для кого она принарядилась. «Анфиса, а вы дома для кого надели красивое нижнее белье? Вы вроде с сыном только живете. Все вам расскажи», создала интригу Чехова. В 2015 году она развелась с актером Гурамом Баблишвили. Недавно телеведущая перенесла плановую операцию из-за проблем с венами на ногах. Однако это не помешало ей роскошно выглядеть. Вернувшись домой из больницы, инстадива стала щеголять в нижнем белье и чулках. Чехова рассказала, как эффективно бороться со стрессом.